Входи. Военно-воздушные силы Азербайджана на связи, командир. Сейчас приду. Как прикажете, командир. Командир, это полковник Томлис. Капитан Каранлык, жду вашего приказа. Как дела, капитан? Как отряд? Спасибо, командир. Все спокойно. Хорошо. Еще, Каранлык, 2 вертолета военно-воздушных сил Азербайджана заберут вас вечером. Ваш рейс оттуда прямо в штаб организован. Понятно? Ясно? Командир, я не уверен в безопасности местных жителей. Что это значит? Группа, которая атаковала нас вчера, может представлять угрозу, командир. Часть из них отступила, но кто знает, сколько их осталось и где они. Пока у нас нет информации, командир. Капитан, вашим заданием было уничтожение Зия Самира и его группировки, и вы успешно справились. Командир, но теперь на них может напасть другая группа. Капитан, вас отправили туда не для пожизненного обеспечения безопасности. Задача выполнена, опасность устранена, вы возвращаетесь в штаб, понятно? Понятно, командир. Жду ваших отчетов, когда прилетят вертолеты, будьте осторожны. Есть, командир. Приказ возвращаться? Вечером отправляемся. Будьте готовы. Вы сделали более чем достаточно, капитан. Пока мы живы, мы никогда вас не забудем. Будьте спокойны. Мы найдем способ справиться. Глава племени, я бы хотел... Я знаю, капитан, знаю. Мы приготовили чай, идемте. Прошу, капитан. Капитан, ВВС Азербайджана. Капитан Эмин. Капитан Батур Каранлык. Как вы, капитан? Спасибо, капитан Каранлык. Пока все хорошо. Мы заберем вас в назначенное время и в назначенном месте. Понял, капитан. Мы будем готовы. Хорошего полета. Спасибо, капитан. Эрджан. Слушаю, командир. Они скоро будут, готовьтесь. Как прикажете. Тимур. Слушаю, командир. Давай, смени Умай. Пусть отдохнет. Как прикажете, командир. Капитан, если можно, Бакши Ата зовет вас. Конечно, конечно, с удовольствием. Прошу. Мы пришли сюда с определенной миссией, поэтому... Не волнуйся, сынок. Здесь никто не обидится на вас из-за того, что вы уходите. Послушай меня. С тех пор, как вы пришли, прошло 2 ночи и 3 дня. Многие верят, что этот мир был создан за 6 дней, и вы здесь за 2 ночи и 3 дня проделали работу, которая стоит всего мира. Нет, что вы. Мы всего лишь... Ваша миссия очень важна. В этом нет никаких сомнений. Но что действительно важно, так это туркменские дети. Каждый из них, кто видел вас, не будет считать себя одиноким и брошенным. Они будут помнить вас всю оставшуюся жизнь. Когда попадут в трудную ситуацию, храбрые солдаты со звездами на плечах будут стоять за ними, как могучие горы. Это стоит больше, чем мир, капитан. Каждый растущий здесь
ребенок захочет стать таким же, как вы. Вот тебе совет от старика. Враг непрестанный и вечный. Когда вы закапываете одного, на его место приходят другие. Почему? Ты знаешь почему, сынок? Потому что, когда ты встанешь на ноги, на земле не останется жестокости. По этой причине на земле столько негодяев. Они будут стараться сделать так, чтобы ты не смог встать на ноги. Но ты помни, сынок, их будет так много, как песчинок в море. Вы всегда будете в меньшинстве. Но знай, пока твое лицо обращено к Богу, ты будешь выше их. Даже если ты умрешь, не проиграешь в этой борьбе. Ты не будешь побежден. Помни это всегда, помни, помни. А теперь иди, сынок. Желаю вам хорошей поездки. Поцелуй в лоб каждого из твоих братьев и сестер. Да поможет тебе Господь, капитан. Успехов тебе. Сынок, у тебя вот здесь болит рана. Не думай о ней много. Не будь пленником этой раны. Раны следует прижигать, капитан. Возьми горячее железо в руки, закрой эту рану. И иди своей дорогой. Пусть Господь расчистит твой путь. Акан, что там делал капитан Каранлык? Откуда я знаю? Наверное, разговаривали, прощался с дедушкой. Ты же вчера ночью слышал дедушку? Да. У меня мурашки по коже. Он ведет себя как Гэндальф. Ну же, Акан, прекрати. Какой же ты распущенный и непослушный человек. Почему? Что я сделал? Чувак, разве можно такого уважаемого человека называть такими словами? У тебя совсем нет совести. Вот. У тебя совсем нет уважения ни к отцу, ни к дедушке. То есть так? Да. Кто такой Гэндальф? Гэндальф? Я не знаю, но, понимаешь, по твоим словам, это точно не хороший человек. Забудь. Это моя ошибка, я начал это. Акан, куда ты пошел? А что будет с этим? Юго-запад. Приближается гражданский. Кажется, он без оружия. Понял, Тимур. Будь внимателен, Тимур. Смотри в оба. Держи на прицеле. Будет сделано, командир. Стой! Руки вверх! Подними руки! Я отсюда, солдат, из соседней деревни. Я пастух, я местный.
Он один из наших пастухов. У нас 2 стада, капитан. И 7-8 пастухов следят за ними, защищают. Они всех схватили. Они забрали всех моих братьев и сестер. Я не знаю, убили они их или нет, не знаю, что с ними. Хорошо, успокойся спокойно. Кто их забрал? Они надели мешки им на головы, били их. Я был у реки, следил за стадом. Они не видели меня. Их, наверное, убили. Всех забрали. Хорошо. Успокойся, успокойся. Спокойно. Кто их забрал? Они террористы, которые приходили раньше. Проклятие. Слушаю. Это ты главный солдат? Плохо слышно. Повторите. Ты главный у солдат. Кто говорит? Ты, Батур. Пошли, бегом. Убийцы, негодяи. Что им нужно было от пастухов? Отойдите в сторону. Они взломали радио. Возможно, это группа, которая напала на нас. Слушай меня, солдат, у меня нет времени. Ты командир. Верно. Продолжай. Какое у тебя звание? Не испытывай мое терпение. Хочешь что-то сказать, говори. У меня тоже нет времени. Пусть будет так. Я думаю, ты капитан. Так ведь? Я отправил тебе подарок. Думай обо мне, как об ангеле смерти. Я сказал ему... Турецкие солдаты обожают быть на высоте, как Ататюрк на Большом холме. Вы все хотите быть похожими на него, да? Ты не в том положении, чтобы произносить имя Ататюрка. Говори, чего хочешь, быстро! Я сказал ему, пристрели того, кого увидишь на самой высокой точке. Надеюсь, это ты стоишь выше всех, капитан. Значит, снайпер. Умай! Всем занять свои позиции быстро! Как прикажете. Быстрее, быстрее! Ты слышал меня, капитан? Если ты наверху, прощай, капитан. Быстрее! Нет! Отряд! Приготовиться к бою! Туркар! Уходи! Уходи! Наш флаг должен всегда развиваться на высоте, на самом верху. Понимаешь? Ты не позволишь ему упасть на землю никогда. Всегда будешь держать его наверху. Пацан! Пацан! Уходи оттуда! Я тебе, эй! Уходи оттуда, спускайся! Нет! Нет! Тур
Тюрка. Это мой брат. Он мой брат. Командир, у нас есть изображение. Командир, Умай! Командир! Командир! Умай! Командир, Умай! Командир! Умай знает, где он. Умай нашла его. Умай! Где он? Пытаюсь следить, командир. Он в северном направлении. Я вижу. Я уберу его, командир. Нет! Он мой. Подержи. Я не понял, командир. Держи, солдат, не заставляй повторять приказы! Капитан Каранлык. Как стрела вылетает из лука, так полетел наш капитан. Не знаю, если бы... Эти полные ненависти глаза посмотрели на скалу, она развалилась бы. Впервые в жизни мне стало жаль террориста, за которым, не отрывая глаз, гнался капитан Каранлык. Я сказал себе, его смерть точно не будет легкой. Совсем не легкой. Хакан! Хакан! Хакан, куда бежит командир? Что он делает? Хакан, ответь! Я не знаю, командир. Он отдал мне оружие и побежал. Умай! Умай, ты меня слышишь? Умай, убей этого сукина сына! Капитан Каранлык приказал подождать, командир. Проклятие! Буран, Тимур, пули охранять командира! Живо, бегом, бегом, бегом! Умай! Умай, сколько их? Трое, командир. Двое отступили, третий пытается пройти вперед. Хорошо, ты убери двоих. Капитан возьмет третьего. Поняла, командир. Давай. Высунь свою проклятую башку. Вот так.
погнался за террористом. У моей цели себе винтовку! Благослови вас Бог. Благослови вас Бог. Он был моим братом. Он был моим братом. Моим братом! Моим братом! Командир! Он был моим братом! Командир! Мерзавец мертв.